Всем привет! Вы на канале «Все интересно у Саши». И я сегодня вам хочу показать мою коллекцию прилипал. Давайте начнем. Нет, это... Вот, у меня есть вот такая... Вот такая подводная лодка из Дикси. Вот, открываем. И вот здесь моя коллекция прилипала. У меня есть хлюп, милаш, шквал, крапси, боб, большой бу, булька, дред, драка, турбо, лохмач, маргун, синяк, хобыч, чумазик, краф, кальмар, чукапи, шаре, креветус, коняша, жабс и кобр. Вот. У меня не хватает только ракуша. Сейчас. Ракуш и вихлюн. Вот. Я сейчас покажу, какого все они, ну как они все выглядят. Это хлюп. Он такой малиновый, и внутри его блестки. Вот. Не знаю, это видно на камеру, но он очень блестит. Так, дальше милаш. Он желтый, и у него тоже блестки. Так, дальше я по два буду показывать. Это шквал. Он светится в темноте. Вот. Он светится. И также есть крапси. Вот он. Он тоже светится в темноте. Вот. Вот. Не знаю, это видно на камеру, но он тоже светится. Это боб. Он такого, ну, как сказать, он фиолетового такого цвета. И он такой, ну, как сказать, он переливается. Вот он, грустный. И... еще есть большой бу. Он розового цвета и тоже переливается. Вот. Уже повеселее. Я буду подсматривать, потому что я их, ну, не наизусть помню. Это булька. Она оранжевого цвета. Она попадалась нам из
первой коллекции. Но я ее, ну, не смогла собрать до конца. Я обзор на нее не делала. Вот. Это у нас дред. Вот он. Он такой розовый. Ярко-розовый. И у него такие глаза. Следующий у нас Драко. Как дракон. Ну да, это и есть дракон. Не зря его назвали Драко. Вот. Он такой зеленый, и у него белые клыки. И черные глаза. Резиновый. Он тоже он ко всему тоже прилипает. Вот. Эти, например, вот. Та-дам. Но все они прилипают. Все абсолютно. Так, следующий у нас Дред. Он мне чаще всего попадался. Он красного цвета, черные глазки и белая улыбка. А, еще тут немножко желтые чешуи. И тут еще иголочки. Так, дальше Лохмач. Вот. Он такой желтенький, без глаз, потому что он лохматый, и у него, ему волосы, глаза закрыли. Только один рот виднеется. И он, да, он, тут ему сделали, да, волосы. Вот, видите? Такое хорошее качество. Когда я тогда распаковывала из предыдущей части, они... это лучшая часть. Так, это у нас Маргун. Вот такой. Он зеленый, и вот здесь беленькие глазки. И один глаз у него он зажмурил. Моргнул. Это синяк. Он такого фиолетового цвета. Один глаз нормальный, другой он сомкнул. Три зубика. Вот. Смешной. Так, это у нас хобыч. Так он розовый, у него здесь хобот, вот он, хвостик такой, и глазки, вот они. Дальше у нас Чумазик. Вот он. Такой коричневенький. Чумазик, наверное, в чем-то измазался. У него такие перепуганные глаза и один зубик. Вот. А еще я забыла показать. У него здесь такие щупальца. Так, дальше у нас граф Кальмар. Вот, он такой зелененький. У него также здесь есть такие, ножки. И такой один большой глаз. Дальше у нас идет Чукапи, я не знаю. Вот, он оранжевый такой. Напишите в комментариях, как правильно произносить его имя. Вот.
Это у нас оранжевенький он. Сейчас. Он оранжевенький. У него здесь ротик рыженький. Большой глазик и рожки. Следующий у нас Шаре. Такой голубенький. Здесь у него ротик или... Он такой непонятный. Либо вот так его остановить, либо вот так. Либо вот так. Я думаю, что это можно без разницы. Может, это... Я вообще ставлю его вот так. Либо вот так, либо так. Так я... Шара, он такой голубенький и два глазика, ну и ротик. Следующий у нас креветус, вот такой красненький, тоже с хоботом, с колючками, но они не колются, и такие глазки. Вот. Вот это коняша. Это она розовенькая. Здесь такая мини причесочка. Здесь глазки. И здесь у нее мордочка. Ротик, зубки и глазки. Следующий у нас жабс. Вот он такой зелененький, глаз большой один и руки. Вот. Ну и последний у нас остался кобр. Вот у нас такой серенький кобр. Вот такой. У него здесь. У него такой, как сказать, ну, голова. Здесь у него один глаз и клыки. Вот. Ну вот, вы узнали всю мою коллекцию прилипал. Я еще соберу двух прилипал, у меня будет вся коллекция. И всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока!